13-й раз Сыктывкар собирает детей и юношей. В столице республики открылись республиканские образовательные стефановские чтения. Их проводит КОМИ, Республиканский институт развития образования совместно с епархией. Торжественное открытие чтений состоялось в Белом зале Дома архиепископа. Участников приветствовал глава Сыктывкарской епархии Владыка Петерим. Я думаю, что вы услышите, по достоинству оцените разнообразие этих докладов. Они касаются не только святителя Стефана, но и других святых людей. И в частности, репрессированных людей. Потому что, я сказал, а когда этих репрессий не было, начиная от первохристианских, продолжая Герасимом Тетеримом, здесь нашими святителями убитыми, высшими, да, и новомученика, исповедника на российском землякоме просиявших. Цель чтений – приобщение обучающихся и педагогов к духовно-нравственным ценностям, воспитание любви к родному краю и, конечно, главное – это развитие творческого и научно-исследовательского потенциала детей, молодежи и их наставников. Так же, как святитель Стефан, шел на смерть за это Слово Божие, и нигде ни на иоту не поступали Слово Христовой истине. Боже вам всем благословения и дай Бог успешных выступлений. Секционные заседания прошли на разных площадках в двух городах. В Сыктывкаре, в Национальной библиотеке Республики Коми. Там говорили о наследии Стефана Пермского и Коми святых. А также на базе Воркутинской школы номер 39. Эта секция называлась «Опыт проектной деятельности в рамках реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».